Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами был Удлинос, и сегодня мы дальше продолжаем играть в игру под названием Амори. Мы, конечно же, ее не забывали, не закрывали, и продолжаем дальше. Мы сейчас поднялись на новый какой-то этап, можно так сказать, какого-то мира непонятного, и, в принципе, будем смотреть, что тут надо. У нас по заданиям, как вы помните, надо найти билет, надо какого-то внука найти и тому подобное, мы не знаем, где это, в принципе, все находить. И вот я посмотрел тут немножко, побегал, и вот в принципе какая-то этот парень выглядит устрашающе, хотите его побеспокоить, но я не буду беспокоить его, потому что будет битва, у нас тут битвы так до хрена, и мы, друзья, вообще, на самом деле мы тут играем не для того, чтобы битвы смотреть и всякое такое, мы смотрим тут, ну, сюжет, зайдет он, не зайдет и тому подобное. Так, тут еще арбуз есть. А, ну арбуз можно взять, если против него будешь драться. Карамбала, которая восстанавливает 30 энергии. В принципе, она нам не нужна. Идем дальше. Вообще, надо самое важное, в принципе, смотреть, а не всякую фигню, которая, в принципе, не нужна. Так как игра, блин, нереально длинная будет. И на 3-4 часа, если не больше. Вот. Так, почтовый ящик. Мы подошли, вот, фух. Ой, как там душно. Это я ободряж вам 100%, ваш 100% органический продавец. Вот, мы крадем, то есть я хотел сказать, выращиваем нашу продукцию специально. Ну, короче, вот, можно сейчас это. Вы хотите что-то купить? Я не хочу ничего покупать, но оставить. В принципе, он рассказывает, мы крадем нашу продукцию в специальном отведенном месте, и поэтому наш товар имеет богатый вкус и свободный от мерзостных консервантов ке-ке-ке. Хорошо, вот. Так, я не знаю, почему-то тут еще есть перевод, но, в принципе, блин, надо сюжет уже проходить, а то мы как-то ничего не понятно, что мы делаем. Так, есть большой какой-то телевизор, я не знаю, телевизор вот этот в смысле или что? Это же не телевизор совсем, это как бы дом, типа, под подарок сделан. Так, ну ладно. Подождите, это не то, это Дак. Моя семья. Так. Да, мы немножко, не знаю, не туда, наверное, пошли, ну ладно. Дом, подарок, вот, моя семья, целый мир для меня, только благодаря ей каждый день дар, словно, ну, каждый день, словно дар с небес. Мы можем вот подарок, походу, забрать, зачем, непонятно, взять, ну, взять, конечно же. Это пикселька, вот, честно говоря, вроде и прикольная, но дико сложная, и в плане перевода дается мне тяжело, потому что, ну, блин, тяжело разобраться, что да как. Да, и где это дом-телевизор, я вообще, честно говоря, не понимаю. Так, давайте полазим, побегаем, посмотрим, что тут и как. Феррис, добро пожаловать в город другого мира. Наиболее известность нам приносит корабль-носитель космических пиратов. Я имею в виду, это нечто иное, чем это действительный корабль. Понятно. Так, наверх здание в виде головы девочки. Дом пёси, господи. Эта девочка как будто бы упоролась. Так, ну это вот дом, я не знаю, кого. Ну давайте, пёси, что ли. Ладно, так. Пёси. Меня зовут Пёси. Пёси, это как в этом, у одной летсплейщицы, а короче, ну, одного ютубера. И как вам уже, наверное, вы, наверное, заметили, я люблю мою милую лапушку. Я купила каждый предмет из всего ассортимента. Так, что она выпускает? У меня есть постер, лапушки, статуи, стикеры, футболки, вся ее дискография. Еще много чего, что вы можете себе вообразить. Я абсолютно уверена, что нигде во всем мире вы не сыщете более полную коллекцию. Называть меня мега-фанатом — это слишком слабо, я величайший фанат. Понятно, позвольте мне поведать вам о том времени, когда я едва не повстречала лапушку. Так уж случилось, что мы обедали в одном и том же ресторане, я думаю, это была судьба. И мы заказали одинаковое блюдо, не подумайте, я вовсе не подсматривал ее заказ, чтобы она ее скопировать или что-то в этом духе. Знаете, что в этой игре лишние разговоры вот этих вот персонажей? Потому что, ну блин, вроде оно интересно, но вроде оно и вообще не идет к сюжету. У нас своя, как бы, свои задания, но мы идем к каждому разному человеку подходим, и они нам совершенно вообще непонятно какие-то вещи говорят, как зачем они нам, непонятно. Я даже порывалась заплатить ей за блюдо, рвалась, наверное. Но днем она ранее купила новую выпущенную вещицу, статую лапушки в натуральную величину, и мне это было не по карману. В любом случае, все закончилось хорошо, поскольку это особо оказалась обычной девушкой, которая напялила похожий на лапушкин костюм. Понятно, не то чтобы я не смогла определить это с самого начала, только показушный фанат может спутать обычного человека с лапушкой. Короче, лапушка, я так понимаю, это какая-то фигня, которую она любит. Ну, типа как, знаете, как Ивангай для маленьких девочек и тому подобное. Вы проверяете, что идет по телевизору, просто помехи.
Так, какой-то бум... это бумбокс был точнее, да, из проигрывателя доносятся отвратительные песни, и да, то же самое, просто помехи. Мне даже, честно говоря, тут не сильно интересно, что будет. Ну, давайте вот стол с цветком, эй, аккуратней там, это мой розово-звездный цветок собственного производства, Лапушкин, любимый, естественно, если не выращивать их в контролируемой зоне, а не распространяться подобно лесному пожару, который невозможно остановить, поскольку растения могут почти на любой поверхности. Честно говоря, вот к чему это, я не знаю. Может, кому-то это понравится. Но, друзья, тут очень много лишнего, очень много, нереально. Просто мы ходим, и, наверное, мы будем по сюжету только идти, потому что я не знаю. Так, дом динозаврика вон там есть, давайте зайдем в него, посмотрим. Игра вроде и детская, ну и к чему это все, непонятно. Эти все персонажи, может, они потом взаимодействовать как-то будут с нами. Я смол, самый маленький кентавр в мире, взгляните на мои награды. Да, кубок слева, ну, всякое такое. Самый маленький кентавр, первое место. Лошадь, сейчас подойдем, что там? Первый приз в форме лошади, самый лошадиный, второе место. Да, это типа юмор такой, знаете. Эта игра очень пытается, мне кажется, быть похожей на Undertale. Типа в стиле того, что тут много друзей, персонажей и тому подобное. Но, блин, в том-то и дело, что в Undertale каждый персонаж был уникальный. А тут их много, и ты их не запоминаешь. И они смешные, да, но... Они, мне кажется, ненужные тут вообще. Вы проверяйте, что идет по ТВ. Это увлекательные лошадиные скачки. Похоже, сейчас будет моментальный снимок на финише. Может, кто-то сейчас скажет в Bloodlines, ну, мне вот нравится игра. А я скажу, ну, хорошо, вот тебе нравится, а мне... Но как-то слишком много всего лишнего. И как бы не проникаешься так сильно, как хотелось бы. Так, белый комок какой-то, наверху синий агрегат. Так, подожди. Синий агрегат, это вот этот, что ли? Так, перерабатывающая машина. Хотите поместить банку в перерабатывающую машину? И вот, мы помещаем и получаем 25 монет. Спасибо, что внесли свой склад, вклад, точнее, в сохранение чистоты окружающей среды. Ну, короче, это я прочитал уже, но что сейчас получится, в принципе? Музычка. Игруха сделана классно, все офигенно, красиво и тому подобное, но вот эти вот моменты... Ну, может, они лишние, может, это для того, чтобы растянуть игру? Блин, она сейчас взорвется нафиг. Нормально. И все? Да, вот, вы получаете 25 монет. И вот, спасибо, что внесли вклад в сохранение чистоты окружающей среды. Игра учит, что надо, типа, как бы, ну, вы поняли, да, типа, окружающую среду охранять и тому подобное. Гамба. Гамба любит город другого мира, Гамба счастлив. Ну, понятно, так, что дальше идти? Торгов томаты у дома кентавра. Так, мы будем к ним подходить? Давайте посмотрим. Да, ёперный драндулет, я смотрю в перевод и не вижу ничего. Так, ну, газировка тут, молоко и тому подобное. Ну, тоже вот можно получить банку газировки. Там не будет газировки, вы получили жестяную банку. Короче, понятно. Левик пирату дорожный конкурс конкурсов. Не будем смотреть. А, конусов, наверное, конкурсов. Так. Он спит. Нормально. Так, а этот чувак, что он там? Он тоже спит. Понятно. О, я могу пройти, смотрите. Да, стоять, ребятня. Вы заходите в дом единственного неповторимого капитана космических пиратов, капитана Косми. То есть, вы заходите в дом космического бойфренда. Просто космического бойфренда. Чего? Вау, капитан космических пиратов. Это звучит улетно. Я-то уж хочу стать космическим пиратом. Ну да, так же, как и я однажды. В последнее время космический бойфренд почти ничего не делает. Почему бойфренд? Чего? Делает так, что большинство пиратов это наскучило, и они улетели на корабле. А здесь только мы, отбившиеся от остальных, выполняем свою рутинную работу космического бойфренда. Вот вчера нам с парнями пришлось выкидывать на свалку кучу этого мусора. У меня реально проблема захламления. Эх, не для этого я оставил свою работу. Старую работу. Совсем не для этого. Не гожусь я в няньки. Так, ох, мне жаль, это ужасно. Может, у нас получится образумить его? Нам еще, походу, задание одно дают, да? Ох, будь я на вашем месте, я бы не делал этого. Капитан Косми, то есть космический бойфренд, если можно так выразиться, страшен в гневе. Но мы должны хотя бы рискнуть. Чем черт не шутит? Он может нам помочь найти билет на поезд? Вот. Или он может знать, где найти моего Кевина. У нас, короче, задание найти, камень, потом найти билет и пацана какого-то, да? Да, конечно, это тоже. Чего мы ждем? Пойдем уже встретимся с ним. Сожалею насчет вашей работы, сэр. Скоро все наладится, я обещаю. Спасибо, юная леди. Очень надеюсь на это. Заходим внутрь. И будем смотреть, что там да как. Да, я чувствую, что эта игра реально очень будет длинная. Так, заходим в дом. Зеркало слева у белой двери. У какой белой двери? Вон он спит, походу. Нам, наверное, сразу надо было с ним поговорить. А вот еще одна картиночка.
Так, подожди, сейчас это аксессуарное зеркало. Твои друзья тепло улыбаются позади тебя. Опять же, нам показывает вот эту картинку, что они улыбаются позади тебя. Ну ладно. Так, книжный шкаф можно вот подойти. А что-то в этом книжном шкафчике беспокоит тебя. Но, видите, ничего не по... Ну, то есть вообще, к чему это? Зачем? Что беспокоит? Может быть, это все подсказки какие-то идут? Типа, реально у этого пацана что-то с головой? Ладно, куча второсортных любовных романов. Странно. Так, это не то, да? А, нет, вот куча картонных коробок выглядит так, как будто бы кто-то не упаковывался до конца и просто ушел. Потом, короче, да, там любовные романы. Потом бумбокс. Давайте к кровати подойдем и поговорим с ним, а то время идет. Ке-ке. Оу, капитан... Так, косми, то есть космический бойфренд выглядит не очень хорошо. Не парьтесь, я с этим разберусь. Эй, космический бойфренд! Вставай! Кэл, с чего? А у него из подушки торчит. Давайте, что у него из подушки торчит? Давайте глянем. Что у него там торчит-то? А, вот. Так. Опа. Это у нас... что это? Это же билет на поезд. Думаете, это тот самый билет, о котором говорила та леди? И что будем делать? Вытаскивать? Ого, бывает же такое. Ну круто, хватаем его и осматываемся. Так. Погоди, мы не можем просто так взять и стащить чью-то вещь. Особенно у того, кто так беспомощен. Ну, то есть, вы посмотрите... А, подожди, кашляет, да? А, он спит, походу, какие-то звуки. Лапушка. Стойте, кажется, он что-то бормочет во сне. Так, он бормочет лапушка, кассета. Кассета? Он сказал про кассету лапушки, другими словами, ультрагламурная певица, танцовщица, автор песни, актриса и поп-звезда Лапушка. Ее раньше постоянно крутили по телеку. Да. То есть она тоже в шоке от нее, да? Другими словами, ультрагламурная певица, танцовщица, автор песен, актриса и поп-звезда Лапушка. Так, да, она была просто мега популярной, но однажды оказалась вовлечена в дикий скандал. Она сбежала куда-то и с тех пор от нее ни слуху, ни духу. Ой, здесь бумбокс, но я нигде не вижу кассеты. А вот космический пират, которого мы видели ранее, он вроде говорил, что выбросил кучу хлама из этой комнаты. Так, может, космический бойфренд расстроен, потому что они случайно выбросили кассету Лапушки? О, это неприятно. Ну, он переживает, пошлите. То есть мы пойдем и возьмем, да, ее? Погодите, куда собрался? Мы должны помочь ему, это реально фигово, когда теряешь важную тебе вещь. Разве не так, Эл? Не смей приплетать сюда Кевина. Я про свою мягкую игрушку, которую ты умыкнул. А, ничего так... Так, не помню ничего такого. Нормально. О, лапушка моя совершенная богиня, мой прекрасный желейный пончик. Господи. О нет, я думаю, ему становится все хуже. Давайте поможем ему, это будет правильным решением. Что скажешь о море? И вот написано, хочешь ли ты помочь бойфренду или нет. Но мы выберем да, потому что Леса выбрала да. У меня нет других выборов. Хотя, я бы тоже, наверное, помог. Ура, спасибо, море, обещаю, это не придет впустую. Так что там говорил тот пират, куда он выбросил ту вещь? Ах точно, свалка. Где бы она ни была. А почему бы не спросить пирата, который стоит снаружи? Он наверняка знает. Вот тут сюжет интересный, действительно. А когда сюжет вот это вот каких-то левых персонажей, мне кажется, они вообще левые. Да, может, они там как-то дополняют атмосферу этого мира. Так, добрый день, космический пират, сэр. Мы хотели бы узнать, можете ли вы нас выручить? Мы хотим помочь космическому бойфренду, но сначала нам нужно сходить на свалку. Можете подсказать нам путь? Пожалуйста, пожалуйста. И вы ищете свалку, вы можете дойти туда через задний двор космического бойфренда. Но вам понадобится ключ, чтобы попасть туда. Вот, возьмите его, юная леди. Вы получили синий ключ. Боже, не знаю, что вы задумали, но, чтобы это ни было, не выводите космического бойфренда из себя. Так, снова дверь, белая дверь. А, это вот там, сзади, космическая свалка, походу, вот тут вот. А я уже думал, где нам ее искать? О, господи. Ну да, эта игра только одним моментом на Шарлотту похожа, только начальным уровнем, и все. Все остальное, это вообще что-то непонятно, что это своя личная игра. Шарлотта вообще тут никак не играет роль, вообще. Так, а что же мы пойдем дальше? Куда мы пойдем? Вверх или вниз? Вверх я не могу забраться, походу. Лестница, которая ведет в никуда. Ладно, идем дальше. Я не знаю почему, но почему-то... Почему-то тут Леса или перевела, или не перевела, но я не могу найти. А снова дверь, белая дверь. Солнечная система. Вот. Космический пират, ухо, мы прям сделали это, братан, но...
Но я не пойму, у нас тут ничего такого нету. Наверное, просто вперед надо идти и все. Вот, походу, друзья, у нас... короче, у нас, ну, я не знаю, леса просто, наверное, не переводила, не подходила к этому, ну ладно. Так, надеюсь, капитан, вот, чувак, тебе больше не положено назвать его капитаном, ты должен назвать его космическим байфрендом, понимаешь? Подожди, или не то? Не знаю, почему в начале там что-то нету, но тут написано вот, теперь, чувак, вот, тебе не положено назвать его, его капитаном, ты должен назвать его космическим байфрендом, помнишь? Почему-то у нас там куска нету, я или я что-то не то, ну там я наверх беру и ничего нету. О, да, точно. Арр. А вот иногда думаю, а что если мы больше не космические пираты? С той самой поры, как приключилась вся эта фигня с лапушкой, мы не сделали ничего крутого, мы должны уволиться, найти настоящую работу. Не парить ерунды, чувак. Как нам жить еще, кроме как не жизнь космических пиратов? И уверен, однажды капитан придет в себя, и мы снова пустимся в путешествие. Мы просто должны в него верить. То есть, типа, раньше он был космическим пиратом, а потом, короче, с бабой начался это крутить и, короче, стал космическим бойфрендом. Ох, эх, спасибо, братан, ты всегда рядом, когда я нуждаюсь в тебе. И вот написано, кстати, я решил перевести Sweetheart как лапушку. Хотя, по идее, здесь... Если здесь есть бойфренд, скорее всего, имеется в виду любимая. Но, как по мне, это звучит не очень, поэтому выбрал такое слово. Ну, кстати, да, но это покруче звучит. Так, идем дальше. Походу мы на окраине какого-то другого мира, понятно. Блин, ну и интересно сразу же, и как-то вот все странно. Настолько странно. Ах ты ж собака. Настолько все странно, что непонятно. Так, выходим на свободное пространство вниз и белая хрень. Так, что за белая хрень? Сейчас глянем, секундочку. Бля, ни пройти, ни проехать. Это ужас. Космические эти кролики нападают на меня. Ну просто гасим, наверное. Пас. Ой, Обри, да? Подожди, Обри нормально я дал пас? Если Амори дадим пас, то будет плохо очень. Так, ломаем ему. Киргиза. Улетел. Все. Так, 31 экспа. И что за белая хрень там внизу? Почему вниз? Почему не вверх? Прям сюда? А нам сюда ли? Подожди, мне кажется, что не сюда. Так, подожди, белая хрень, подожди, может тут что-то есть, я пропустил? Блинский, может тут это белая хрень? Нет, это не белая хрень, это какая-то непонятно какая. Так, друзья, я не знаю куда идти, но, наверное, в самый низ побежим. Так, сейчас посмотрим. Вот белая хрень, это не она? Так, вот, да, извините великодушно, я просто стою у вас на пути, простите, я подвинусь. Так, идем дальше и вниз направо. Ну, мне кажется, вверх надо было бы идти. Ай, Нидра, не нападайте на меня. Я надеюсь, что я не зря вот это вот сейчас все делаю, потому что если зря и не раскачаюсь, ну, я потом пораскачиваюсь, наверное. Какие-то червяки непонятные. Вормхол, короче. Так, Обри опять даем этот. Да, их можно так чисто гасить и все. Червяк, который вылазит из какой-то черной червоточины, типа такого. Если надо будет, я потом раскачаюсь и что-нибудь придумаем. Так, куда нам идти? Блин, прям сюда? Почему не наверх? Так, наверное, за мостом... Так, подожди. Мы правильно хоть идем? Дальше идем вниз и направо. Ну, мы правильно вроде идем, да? У нас 43-я страница, хотя их 77 тут. Представляете просто-напросто? Почему мы именно сюда идем? Блин, опять я смотрю на перевод и попадаюсь на вот этих чуваков. Случайно. Так, ну ладно. Так, ну что, победили эту хрень. Давайте идем дальше. Я не знаю, куда на самом деле, правда, идти. Хрен его знает, сюда надо идти или куда. Непонятно. Какой-то рамен приготавливается мгновенно. Я не знаю, мне кажется, что мы уже куда-то дошли хер знает куда. И уже куда-то не туда пошли. Розовое озеро, вот лестница. А ну-ка. А вы боитесь утонуть? Нормально, может быть вниз надо пойти. Обходим озеро справа. Блин, опять эти херы, ну что ж такое. Они мне просто тупо мешают. Так, пас, кидаем Обри. Обходим озеро Ромен. Так, мост, бутылка. Чего? А, понятно. Тут Лиса Мори написала такое, что я уж подумал, что реально тут такое написано, хотя не написано. А можно попробовать арбуз этот загасить, и там арбуз еще будет. Посмотрим, что там с ним будет. Подожди, что? Типа вы попадете в ловушку? Venus Fly Trap takes 19 damage. То есть мы когда бьем, получаем тоже damage или просто попадаем в ловушку? Хотя нет, все нормально. Вот только Амори получил немножко
люлей. О, классно, сейчас мы сдохнем. Ща будет вообще весело. А ну можно Pocket и, блин, Life Jam вроде бы, да? Нельзя, походу. А что ж там, я не помню, дается. Что, кидать на эту хрень? Ладно, так. Так, атакуем этот... Подожди, я не помню, у кого там жизни? Этот сюда и кук на Амори. Надеюсь, я успею. Если не успею, будет весело. Хотя меня с одного удара... А, не, все нормально, фух. Жизни вообще нету, четвертый уровень мы получаем. Блин, не буду я с этими арбузами больше драться, это очень сложно. Рамен, вот, приготавливается мгновенно, теперь много натрия, восстанавливает 40 здоровья. Вот это сейчас надо будет захавать, я думаю. А где он, кстати? Так, как все сложно, ужас. Так, вот здесь, да? Вот, Рамен. Использовать на Амори. Так, и... Так, жизни, вот, как вы видите, восстановились, отлично. Так, что дальше у нас? Вот, записка с бутылкой, короче. И тут написано, оно гласит, вот, заполни пропуск. Что-то такое, что? Ну, хотя Лиса Мэри написала про ведьму Беатрич, ну да. Ага. Так, если луна... А, заполни пропуск, которого нет. Если луна видится вам как большой круг пиццы, значит вы... Как вы ответите, Амори, Обри, Кэл или Хироу? Блин, я без понятия. Вы записали свой ответ и бросили в озеро в бутылку. А тут можно от балды типа нажимать, да? Ну, не знаю, пусть как Обри будет. Я не знаю, для чего это, но потом, может быть, кто-то найдет. Хрен его знает. Так, выходим обратно вверх в закуток с машинами. Где эти машины, я не знаю. Вот это... Ай, бля! Как они меня достали, эти космические кролики! Нигде не пройти. Они тупо нападают и нападают. Ужас. Короче, вот, друзья, мы оттуда вот выходили. Надо было идти не вниз, а вверх. Но тут, походу, закрыто, да? А нет, вот, синий ключ. Так, а мне написано было вниз идти. Вы открыли ворота. Мне, я вообще, то есть, пошел туда, куда не надо идти. Давайте так, друзья, будем по сюжету идти. Нафиг не надо нам вот эти, как они называются. Нам не нужны, как они называются, вот эти вот моменты. Будем так проходить. Бля, кассета. Кассета что-то новое. Так, ладно, атакуем ее так. Так, тут мы бьем головой. Потом обычная атака. А тут вылечим нашего Амори. Не знаю, сложный, несложный. Обри пас. Мало, конечно, дамейджа бьется, но... Так, если снова не пускают, налево вход. Синий ключ, вот, впереди и вправо. Ладно. Так, Рамен в унитазах тоже же можно Рамен брать. Вот пишет Лисамори. Ага, все нормально. Выходим обратно вверх в закоуток с машинками. Наверх, налево находим бенгальский огонь. Это, походу, тут надо находить бенгальский огонь. Или... А ну-ка, сейчас. Гигантский машина переграждает путь. Так, я не знаю, как люди будут смотреть это видео. Они будут, наверное, смотреть и думать: о, ужас, как же ты ужасно играешь, да? Ну, мне пофиг, потому что тут реально сложно все. Тут даже с переводом тяжело проходить, потому что тут много всего натыкано. Нереально много. Так, ну, арбуз тоже. Спарклер. Что такое спарклер, непонятно. Я вот читаю, да, прочитал, что надо сделать, а я все равно не понимаю. Написано, вправо куда-то надо идти, но вправо тут заблокировано все. Вот. Ой-ей, на нашем пути гора мусора переграждает нам путь, походу. Вот, ты даже мог назвать это блокпостом, смекаешь, хе-хе. Ой, не волнуйтесь, ребят, я все разрулю. Вот, смотри, Амори, ты ведь можешь разрубать корни и дорожные конусы, так? Что ж ты не один обладаешь специальной способностью, помнишь? Я в свою очередь смогу смести огромные кучи со своего пути. У Кэла и Хиро тоже есть свои собственные способности, но насчет Кэла я не очень уверена. Хе-хе, нормально. Ну она головой что ли пробьет или что? Так, у Кэла и Хиро тоже так, ага. Будет легче объяснить на наглядном примере. Просто сделай меня лидером, выбрав имя в меню игрока. Я разделаю с этой кучей хлама делов-то. Офигеть, нифига себе, тут можно еще и так сделать. На обри делаем, как, подожди. А как это сделать? Тег. А, вот лидер обри. Вау. You tag it. Смотрите, теперь она... А, он все равно, видите, как он все равно этот, как он называется? Такой вот. Бита. Неплохо. Офигеть. Кия. Видите, проще паре на репу. А теперь на поиски лапушкиной кассеты. А мы кассету, кстати, только что завалили. Лол. А что такое? У меня что-то на лице. Это Обри сказала. Да так ничего, ха-ха. Лучше поспешить. Жуть.
страшно. И что, нам... Подожди, а нам Обри оставить, чтобы она в лидерах была или нет? Давайте оставим. Так, идем направо и наверх до тупика. Где у нас тут тупик? Вверх, наверх до тупика. Ай, наверх арбуз. То есть взять этот арбуз тут сверху, да? Ай, кассета. Нафиг она не надо. Ага, рубербанд. Так это вот эта бейсболка или нет? Я хер его знаю. Наверное, бейсболка. Так, мы нашли эластичную ленту. Так, что-то у нас тут еще есть. Можно подходить к этому или что? Вон там какая-то это. Везде кассеты, короче. По правой стороне вверх, поворачиваемая бирюзовая машина. Сейчас, так, походу сюда надо. Сложно, конечно. Так, компьютеры. Попробуем их не ломать. Во! Нам в любом случае надо сюда. Лево у бирюзовой машины. Ага, все, я понял. Бирюзовая машина это вот это вот. Так, друзья, вот вроде Life Jam, он дает Обри... Восстановление, да? Не? А ну-ка. Да, вот. Видите, мы восстановили. То есть джем мы намазали на хлебушек, восстановили. Пипец, вот это придумали вообще. Так. Ну блин, я не хочу. Вот это лента. Блин, этот падла на меня сейчас тоже нападет. Так. Блестяшка. Вы нашли кое-что блестящее посреди завалов. Каких завалов? Где завалы? Попытаемся не напасть на эту штуку. Во! Так. Это вот это, да, блестяшка? Или что типа такого? Так, бля, это сейчас херня нападет. Я вижу по ней, что она очень сильная. Так, надо, чтобы она не подходила никак. Так, пробегаем. Все нормально. Надо сохраниться где-то и пополнить жизни. Так, точно не скажу, что такое в унитазе опять. Где унитаз? Друзья, надо в унитазы вот в эти лазить. Тут рамены. Рамены в унитазе, пиздец. Это что, отсылка на то, что это еда помойная, что ли? С туалета, что ли? Так, идем наверх к стоянке машин конусу. Ага. Так, конус мы разрезаем. Что у нас тут? Дорожный конус, возможно, у тебя получится сбить его. Сбиваем. И слева метеоритный молоток. А где он? Где именно? Да, эту кассету по-любому надо гасить. Это падла не даст ни пройти, ни проехать. Так что атакуем. Так, атакуем всеми, короче, просто атакой, все. Если где-то что-то, то... А ну-ка, сейчас вот этим пропускаем. А ну-ка, вот так, атак again. То есть второй раз атакуем. Больше атаки... Чем больше, тем лучше. Колобри, каламори, кал этот. Ну, в принципе, он по понтам наносит. Что это такое было? Кел спид фэл. Что-то заспидранился, что ли? Хер его знает, что произошло, ладно. На английском это сложно. На эту игру надо, чтобы сразу на русском выпускали. Потому что это просто нереально будет проходить. Так, а теперь вот метеоритный молоток. И скорее всего, что он атаки больше наносит и... Интересно, сможем ли мы его поставить в Амори и экипировать, вот. Ага, не получается, значит, во, можно Обри его поставить. Ну, Обри и так удар хороший, давайте попробуем, ага. А, только смотрите, Обри может нам поставить его и все. Ну, ладно. Чарм, ничего нету. Кстати, подожди, погоди. 22 атаки. Ага, смотрите, удача будет, да и удача, и атака повышается. А если мы поставим меньше, то говно будет, короче. Так, белая-желтая штука рядом. Какая белая штука рядом? Сейчас глянем, что там за штука. Желтая, белая, какая, что? А, вон она, хер знает где. Так, мы ее так не обойдем, это надо снизу. Блин, эту игру надо по часу записывать, потому что она нереально длинная. И чтобы все сразу понять. Так, херачим. Плохие дела, я эту штуку даже продвинуть не могу. Подождите-ка, это весь сыр, да? Сейчас сожрут его, да? Чё, воу, ты прав, в самом деле сыр. Окей, пацаны, выслушайте меня, это может показаться дикостью, но что если мы сожрём этот сыр? Ну, понятное дело, а что ж еще? Если мы начнем сейчас, то, быть может, управимся за пару-тройку часов. Но просто предупреждаю, сыр меня немного пучит, обосрётся вообще. Нас... О, видите, уже кто там пукает? Фу, Кэл. Подождите, не обязательно это делать. Думаю, у меня есть идеальное решение возникшей проблемы. Просто отметьте меня лидером, я разберусь с этим. Хера лидером ставим. Погодите. Ой, подожди, не туда. Так, тап, блин. Хиру ставим лидером. И что он сделает? Опа. Так. Что? Что это такое? Что за собака? ИМС? Привет, друзья, это я, ИМС, неприметная голодная мышка. Что происходит? Ух ты, это все для меня, ну просто объедение. Хиро, как ты узнал, что это мой любимый сыр? Мне не надо было даже угадывать. ИМС, у тебя все любимое. Ребята, это
EMS, он мой хороший друг. EMS, я не знаю, SMS, короче. О, Хиро, неужели ты не рассказывал им нашу историю? Позвольте сказать, что до Вича Хиро помог мне выбраться из очень щекотливой ситуации. Ох, не стоит рассказывать EMS, это ведь просто старая история. Так. А, о, Хиро всегда такой скромный, когда ставит эту трескотню на потом. Тогда оставим эту трескотню на потом, ну, короче, разговор. А сейчас пора натряскать. Ни хрена себе, вот эта мышка. Маленькая мышка и жрет так, выдает. И как только все это уместилось в его теле? Если бы я знал, я стараюсь не думать об этом. Что ж, было упомрачительно вкусно и сытно. Если когда-нибудь я вам снова понадоблюсь, знайте, что всегда можете позвать меня. Я буду иметь это в виду, спасибо, МС. Без проблем, да, для тебя все что угодно, Хиро. Прощайте, друзья. Я забираю все свои слова обратно, что эта игра очень запутанная и тому подобное. Игра классная, но, блин, если бы вот эти вот моменты не были в начале, когда мы подходим ко всяким этим, да к ним даже и подходить не надо. Не, если было бы на русском, все было бы классно, да, свалка, лабиринт. Игруха офигенная в плане атмосферности. Так, идем в закуток сверху. Давайте сверху, да? А что, тут ничего нету. Куча мусора, обри, возможно, сумеет отбросить его в сторону. А где куча мусора? Я не вижу. Вот мы наверх пришли и... Ну вот же, идем по нижнему. Так, ладно, короче, погнали в другое место, если я такой дурачок. Так, сейчас мы посмотрим. Вниз надо идти, походу. А куда вниз? Во! Ну, опять меняем. Прикольно все сделано. Смешно, но... Если бы еще на русском, было бы вообще пофигенно. Ну, на русском, видите, хоть как-то вот так вот вы смотрите. Так. Далее приобретаем на лесенке. На, короче, надо подойти сюда сначала. Мы берем кан. Это жестяная банка, походу, да? Так, отбегаем. Блин, я боюсь на эту фигню нападать. Она меня завалит за 5 секунд. Так что... Опа! Ух, нихрена себе, самолеты какие-то. Друзья, это уже знаете что? Это... Помните, игра такая была? Сейчас я попробую так вот обижать. Блин, а как же вниз спуститься? Ага, вот так. Подвисает иногда, кстати, я не знаю почему-то, но подвисает. Наверное, из-за 60 FPS. Тут опять же банки поднимаем. Этот самолет был в этой игре. Забыл, как она называется. Блин, как же она называется-то, ё-моё. То же самое, банка. Так, идем к воротам с зелено-голубым замком. Где же эти ворота? Или ворота, или ворота? Вот они. Походу, мы все правильно идем пока что. Похоже, ворота закрыты, нам нужен синий ключ. Ага, вон, я вижу его там, наверху. Нормально. Он на вершине той радиобашни. Так, кто полезет туда? Вопрос. Может быть, краном его надо будет снять как-то или типа такого? Черт, этот ключ слишком высоко, нам ни за что его не достать. О, не беспокойся, кажется, я знаю, кто, кое-кого, кто сможет его достать. Это мышка опять, что ли? Слишком высоко, ха! Это звучит просто идеально. А, это этот залезет, да, Кэл? Отойдите-ка, народ. Звездный час Кэла пробил. Отметьте меня лидером, я покажу вам, как это все делается. Да, сейчас попробуем. Так, ставим Кэла лидером. Господи, мы каждого лидера посмотрим сейчас. Так. И он залезет, да? Готовы? Ну что, готовы? Полный вперед. Полетел, полез, нормально. Как обезьяна какая-то. У них у каждого есть способности, видите? Фух. Ну как, заценили мое восхождение? Вау, Кэл, в какой-то веке ты оказался полезен. Спасибо. Стоп. Что ты этим хотела сказать? Что ты этим имела в виду? Типа ты говно, но хоть где-то ты помогаешь. Вот что она хотела сказать. Так, использовали синий ключ. И ворота открылись. Так, проходим к закуту справа. Ну, короче, опять тоже сейчас банку возьмем, которая нам не надо. А, видите, тут надо Амори обязательно ставить. Потому что, видите, Амори может резать, а по-другому мы не пройдем. Так, вы видите опять, что это такое? Прибамбас? То и Леса подметила, что точно и не скажет, что это такое. Так, лестница налево, ключ. Что, опять ключ, что ли, там надо? Да вы серьезно? А что там наверху, если я залезу? Там что, нету, ну-ка? Вроде нету. А, так, диван перед луной какой-то. Так, я не хочу с ним драться. Уйди. Ну и где? А, сюда, походу. И где там диван, и где там ключи? Сейчас опять куда-то зайду. И, блин, и опять не смогу понять, куда идти. Во, ключ.
Так, тут Кэлла надо опять использовать, походу. Кэлл же, да? Так, а там написано красный ключ, а тут это, походу, опасно лезть. Подожди. Подожди, тут написано опасно. Я уже куда-то не туда прошел, походу. Красный ключ, а у нас не это. Блин, я же говорил, что я куда-то не туда пройду. Сейчас мы бежим тут, наверное, как-то. Где тут диваны? Вообще непонятно. Я уже же говорю, я пропустил просто-напросто. Вачмалкалит. Чего? Штуковина? Походу, это какая-то штуковина. Так. А где же красный ключ? Где диван? Все пропустил. А ну, идем обратно искать. Как же сложно понять, где что лежит. Так, где? Ну, где тут диван? А, наверху, походу, вон диван. А ну-ка. А где красный ключ? Так, вы выглядите... отсюда открывается прекрасный вид. Желаете отдохнуть? Давайте посмотрим. Может, картиночку какую-то покажет? Картиночка. Красота. Лепота. Ну что, вы готовы или еще 5 минуточек? Ну, давайте пойдем, в принципе, посмотрели. Прикольно. Так, а где красный ключ? А вот красный ключ, друзья. Red key. Можно опять ромен взять, походу, в туалетах. А я туалет... Нет, нельзя. Походу, нельзя. Так, а теперь спускаемся вниз влево через ограждение с акулой. А я там уже был, но... Я не знаю, там... А куда там? Подожди, сейчас посмотрим. Так, сейчас разберемся. Ай. Фу. Тяжело разобраться. Так. Блестяшки, видишь, что-то блестящее среди кучи тонн мусора. Это мы уже вроде бы брали эти блестяшки. Вниз до тупика с синими вратами. До начала идем вправо к красным вратам. А где? Подожди, тоже не понятно. А, вот красные врата, друзья. Вот они. Так, ну тут надо будет драться с этой кассетой гребаной. А ну попробуем сейчас отбежать. Сейчас. Ага, она не хочет выбегать. Ну ладно, дадим ей пизюлей. В принципе, это не трудно. Ой, две кассеты. А я не сохранялся. Но нам надо одну сначала завалить, а потом уже другую. Ой, бля, будет сейчас плохо очень. Ну, у меня, в принципе, ромен один есть. Ну, долби их там всех. О, двоих сразу долбанул. Атака гейн, давай. Нормально. Так. Сейчас одну кассету завалить, и все, вторую будет легко завалить. Атака. Почему я не пользуюсь никакими скиллами? Пипталк. А что такое пипталк? А ну-ка, давайте заговорим. И тут скилл готовка на обри. Давайте обри вылечим. Ай-яй-яй-яй-яй. Жизни много забабахали. Бамс. You can do it, это. Ты... О, Амори счастлив, счастлив. Так. А с счастьем он бьет вроде сильнее, если я не ошибаюсь. А, не, на слабее, но вроде бы у него больше защита. Ну, короче, гасим. Тупо гасим. Обри теперь быстрее. Долгие бои, конечно. Нереально долгие, но... Что делать еще? Ага, готов. Наконец-то. Эти бои я, друзья, наверное, буду перематывать. Они не сильно вам, я думаю, будут интересны. Ладно, мы выиграли. Так, вы видите что-то там. Это цветок-пазл. На 50% цветок, на 50% пазл. Ну и все, что ли, вот это мы цветок-пазл взяли. А зачем он нам? Ну ладно, потом посмотрим. К синим воротам. Но они закрыты. Ну вот очередные ворота. Есть здесь поблизости какие-нибудь синие ключи. Ну мы уже видели, он сверху есть. Но он что-то не лезет туда. Стойте, вон там наверху. Это того деревянного шеста. Так. Кэл, иди возьми его. Погоди, я не могу. Погодите, я не могу. Чё, почему это? Ух, ну я не хочу лазить по заборам или деревьям, или чему-то деревянному. С того раза больше никогда. Был случай, тот случай, инцидент. Так. Не переживай, Кэл, наверное, нам не стоит ворошить эти воспоминания. Большой братик обо всем позаботится. Хиро? Отметьте меня лидером, я позову помощника. Походу будет этот, как он называется? Хиро будет помогать крысой, наверное, той своей, да? Так, давай же заберем этот синий ключ. Я знаю одного товарища, который просто идеально подходит для этой задачи. Друзья, там не крыса, там кто-то другой будет. У него что там? Он что, Эйс Вентура, что ли? Сейчас какой-то
тупо какая-то крю, ворона прилетела. Так-так-так, неужели та ты хиро? Ребята, это крю, он космический пират, прям как космический бойфренд. Нормально. Чё-чё, космический пират, но ты ж мелкий. Нормально. Эй, размер это не главное, однако же я не был космическим пиратом, если бы не Хиро и то, что он сделал для меня. Он не рассказывал вам историю нашей встречи? В свое время Хиро вытащил меня из очень скверной ситуации. Опустим подробности крю, это может... это просто старая история. Не будь таким скромным, Хиро, после всего, что ты для меня сделал, это меньше, чем я могу помочь. Нормально. Короче, он дает нам синий ключ. У него там целая звереница, не только эту может призывать. Всех подряд, короче. Ну, идем дальше. Блин, пока мы найдем кассету, мы с ума сойдем просто. Так, что ж, мне пора возвращаться к своему экипажу. Еще свидимся, Хиро и ее друзья. Спасибо за помощь. И что ж тут написано? Вау, да ты мистер знаменитость. У тебя есть еще какие-нибудь друзья, которых мы не знаем? Ну, да. Есть. Это только доказывает, что никогда не навредит отклониться от курса, чтобы помочь другим, ведь да, Кэл? Типа, имеет в виду, фу, да, ради бога, мы все равно по большей части это обаяние Хиро. Если бы у меня было преимущество в этом, я бы тоже обзавелся кучей друзей. О, не говори так, Кэл, дело не только в моем обаянии. Я еще очень красив, лол, и глянь на их лица просто, ор. Так... Блин, я надеюсь, мы хотя бы пройдем хоть что-то тут. Это очень... О, наконец-то сохранение. О, наконец-то сохранение. Ужас. Покушаем, главное. Так, жизни, жизни, жизни. Я уже вникаю в эту игру. Мне намного легче понимать, что тут и как. Но все равно... Ой-ой-ой, провисает. Так, опять же, день пикник. Вы хотите сохраниться? Да. Вот это вот интересная игра. Они всякие там ваши... Как они там? Ваданахары и тому подобное. Хотя тут разные... сюжеты и тому подобное. Ну, вот тут тоже много всего, да, и ну, круче намного. Хотя, какого года эта игра и какого-то. Так, проходим дальше. И мы... и как мы найдем что-то в этом месте? Тут слишком много барахла. Погоди, а мы разве что-то искали? Уже забыл даже, да? Не пересекать написано черту. О-хо-хо-хо. Опа, росток опять. Наконец-то я нашла ее. Сейчас 100% кассету нашла. После бесчисленных часов раскопок эта Лапушкина кассета наконец-то принадлежит мне. Роза, фан Лапушки номер один в мире. С этим уникальным дополнением к моей коллекции я наконец-то превзойду этих ущербных показушников фанатов. Роза, ущеремия Розе. Ох, как же мне терпится утереть им нос. Наконец-то сладкая победа. Нормально. Минуточку. Нюхает. О, нет, это та кассета, эта кассета пахнет какашками. Господи, кассета пахнет какашками. Стойте. Погодите. Это я пахну какашками. Лапушка не будет это терпеть, вернусь, когда я домой приму душ. Да. Господи, что за мерзость. Я тоже люблю Лапушку и все такое, но какой-то какой-то совершенно новый уровень. Погодите. Она сказала, Лапушкина кассета, это точно то, что мы искали. Точно! Давайте заберем ее. Чтоб вы знали, я слушаю, как вы говорите, и как я подозревала, из-за обладания чем-то настолько ценным, я всегда вляпываюсь в неприятности. О-хо-хо-хо. В чем дело? Завидно? Эта кассета моя, я ни на какие ковришки не отдам ее, ни сейчас, ни когда-либо. Ковришки, Леса, я тебя убью за такие слова. Слушай сюда, ненавижу это слово. Слушай сюда, Роза, мы проделали весь этот путь не за тем, чтобы уйти с пустыми руками. Если не отдашь нам Лапушкину кассету, нам придется отнять ее силой. Вот это вот тут говорилось. Эй, ты, зараза, подожди. А, не, подождите, сейчас. Да, зараза, стой, вернись, да? Быстрее, море, за ней... Короче, за ней надо бежать быстрее. Ах ты, вот, погоди, да, вернись. Короче, мы сейчас будем за ней бежать и пытаться ее, это... Бежим за мерзавкой, тут написано. Короче, сейчас будет бой, мне кажется. Ну, наконец-то, хоть кассету мы нашли. Где она? О! Не пересекать. Что? Я думал, реально у меня... это... Чего? Вы прикалываетесь? Я думал, это реально сейчас у меня игра заглючила. Вот это реально охеренный момент. Вот это просто нереально охрененный момент. Видите, даунлоун атак Ома. Капец. Так, я думал уже, как знаете, это как доки-доки и тому подобное. Нереально много прикольных вещей тут скрыто в этой игре, но... Чтобы все их перевести, это надо прям нереально долго сидеть и мучиться.
Ну это круто. Так, атака гейн. Интересно, сколько... Блин, а мы сохранились, в принципе, да? Блин, надо что-то делать. Наверное, эта штука очень сложная будет. Вот это круто. Скилл. Я не знаю, что тут делать. Я уже и не помню, что и как дает. Enemy landing critical. Давайте вот эту поставим штучку. Гасим. Просто тупо гасим. Это как в Undertale тоже. Вот эти ошибочки всякие такие. Что это за... А, я думал, это средний палец. Нормально. 48 дэмэджа. Так, жизни пока у всех нормально. Атак, ома. Скилл. Ну, давайте дальше будем гасить. Подожди, стой. Вот так. Headbout. Что-то она несчастлива, мне кажется. Блин, а где у нее жизни? Мне вот интересно. Можно их раскачать всех, правда, но... Ой-ой-ой, жизни, жизни, жизни. О-о! Эй! Ой, бля! Ой-ой-ой-ой-ой! Твоя очередь, Амури. Вот это плохо. Вот это очень плохо. Блин, подожди, надо что-то делать другое, подожди. Рамен. Блин, а у меня нету этого даже. А... Бля, на кого же использовать? У них у всех жизни по понтам. Надо было на них, на каждого поэму грустную кинуть. Берри, Берри надо на Обри. Берри это ж джем, да, если я не ошибаюсь? Скилл, готовка, на кого угодно. Жизни пополнять надо. Капец. Я же так и думал, что эта фигня будет сложная. Что дальше, что дальше? Кушаем. Так, Хиру 53 этого, отлично. Скилл, сад поэма на Амори. Пока так. Блин. Блин, блин, блин. Вронг Хэнс, Спеклер, Меклер. Твою дивизию. Оранж 20. Во, жизни восстанавливает. Но блин, мне надо... А ну на Обри попробуем, восстановить жизни или нет? Ну вряд ли, конечно. Сейчас глянем. Блин, она вообще не умирает, эта херня. Жизнь, отлично. О, сад. Теперь мы с Кило можем еще всех за... Я не знаю. Давайте Кело кинем. У него атака, правда, слабенькая будет. Может, надо было не от... Подожди, давайте скилл... А, уже поздно. Я не знаю, что вот это такое. На Хиру кинуть, на Амори. Я не знаю, на всех подряд, короче. Бля, не получается эта штука, а ну скилл. А если готовку на Обри, никак? Этот злой у нас, так что он атакой будет херачить хорошо. Я не знаю, переквалифицировать... Ой, все, пиздец мне. Амори вообще жопа. Классно. Надо гасить его, просто тупо гасить. Обри, Хиру. Так, это не то. Давай просто атак. Так, подожди, скилл. Готовку на Hero. Блин, прикол-то в чем? В том, что... Сейчас. Прикол весь... Так, атака опять. Прикол в том, что у меня нет джема. Где этот джем найти? Надо было купить его хотя бы или как-то. Джем это вещь хорошая, помогает. Атакуем всеми, короче. Сложная херня. Отлично, наконец-то мы его победили. Капец, сложная фигня была. Надо было хотя бы раскачаться. Фух, так. Кэл что-то говорит. Подожди. Так подожди, а куда это пробежало? Я-то не понимаю. Что за фигня? Ну что, мы тут застряли? Скорее, Роза удирает. Все, вот теперь за ней можно и бежать. Отлично. Да, вот это было сложно. Так, Ромен, Ромен есть? Подожди. Нет. А, во, Ромен, отлично. Блин, у нас Хлебушек бегает с нами. Это очень плохо. Нормально. Это было всего лишь это, как она называется. Ну, короче, вы поняли, да? Так, куда вниз идти или куда? А, да. Стоять, собака! Вы меня никогда не поймаете! Так, сейчас я переключил этот. Куда она побежала? Где она? В какую сторону она побежала? Вниз? Или влево? Так, а где же жизни восстановить сейчас? Блин, я не заметил, куда она побежала. Наверное, вниз. Давайте вниз побежим. Да, вот она. Так, с дороги, деревенщина. Вправо побежала, отлично, надо запоминать. Потому что я на перевод постоянно смотрю и не вижу. Блин, как же восстановить? У меня нету ни джема, ничего, надо будет купить потом. Хотя, может, еще какая-то фигня джем заменяет как-то, не?
Подожди, а вот тут была какая-то, ну-ка сейчас. Ну это ж не она. Это не она спряталась там, 100%. Да, вот она. Так. Бежим за ней с собакой этой. Да, тихо. Тихо, тихо. Сюда? Вот тут сложно, я тут проходил, но тут очень сложно. Вот куда она побежала. Тяжело дышит. Наконец-то мне удалось от них оторваться. Они ни за что не смогут увидеть меня сквозь это поле. Мы, кротовые ростки, вне всяких сомнений, самые высокофункциональные смышленые существа. Но там мне оставили эту, как ее? А, бежим мимо лестницы вправо наверх, где сиреневая машина. К тетеньке какой-то там надо побежать. А что, туда не надо? Ну ладно. Вот тут было сложно, я тут какие-то оранжевые пекинесов убивал. Вот эта тетенька, да? Но я с ней разговаривал уже, и второй раз не будет того разговора, наверное. Вот, и там было написано, типа, вот, вот это да, мисс, вы определенно высокая. Вот, благодарю, молодой человек, большую часть времени это доставляет много неудобств. Но так как, по крайней мере, мне открывается лучший вид на звезды. И вот, да ладно, быть высоким, какие уж тут неудобства. Все разы лучше, когда ты высокий. Однажды я стану таким же высоким, как вы. Ну да, конечно, Кел, мечтай. И вот второй раз, когда мы подходим, а там ничего не происходит. Ну, то есть она что-то там говорит, вам что-то нужно, наверное. Или типа такого. Блин, эта серия, наверное, очень будет длинная. Я не знаю, что мы находим, но вроде написано «Карамбола», что ли. А выходим к лестнице и спускаемся. Так, так тут, в принципе, и ничего не надо было делать, да? Ну ладно, тогда странно. Так, выходим к лестнице и спускаемся. К этой же лестнице, да? Ага, так. А мы тут не были случайно, не? Не, походу, нет. Так, друзья, у нас, в принципе, новый мир, и, как вы видите, у нас есть сохранение, так что на этом мы заканчивать будем наше прохождение. Еще одна серия, и эта игра закончится, но в каком плане она закончится? Она закончится только, да подвисать, зараза еще в некоторые моменты. Закончится это только демо-версия. Когда она выйдет полная версия, я не знаю, но это, друзья... Эта игра уже разрабатывается 3-4 года. Тут видно, что очень много всего накручено, намучено, но когда она выйдет полностью, если она будет на русском, тогда мы будем проходить, потому что на английском ужас, как сложно. И я не думаю, что Леса будет все это переводить. Хотя, хрен знает. Все, друзья, удачи. Лесе огромное спасибо за перевод. Игруха, да, действительно прикольная. Чем ты дальше заходишь, тем больше интересно становится. Ну, я думаю, первый, как бы, ну... летсплей на русском, на нашем ютубе русском, да, и как бы я надеюсь, вам более-менее хоть понравится. Если понравилось, то поставьте лайк, а если не нравится, то можете дизлайк кидануть. Вот такие дела. Пока и до встречи, жди следующую часть. Заходи в плейлист, и там все части будут.